Я вот знаете, что заметил? За последние 10 лет нас с вами стало очень сложно удивить чем-то в плане инновационного и интересного дизайна. Согласитесь, что технологии за эти 10 лет очень сильно скакнули, появилось очень много разных гаджетов, но проблема в том, что они все очень сильно похожи друг на друга, практически ничем не отличаются, и вот это как бы не круто. Не знаю, как вам, но вот лично мне бы в этом плане хотелось какой-то, что ли, индивидуальности, особенно когда ты берешь какую-то обновочку, да, там, на ближайшие 5-7 лет. Именно на такой срок обычно в России берут себе новые ноутбуки. И вот хотелось бы, чтобы за это время девайс тебе не наскучил и каждый день радовал тебе глаз своим каким-то интересным и красивым дизайном. Понятное дело, что техническая составляющая в плане железа, она как бы тоже важна. Тут, наверное, я вам ничего нового не покажу. Но вот с точки зрения дизайна, вы просто зацените, какая это красота. Мощный современный ноутбук, но при этом белый. Согласитесь, выглядит необычно, интересно. Я уверен, что многим понравится, поэтому давайте быстренько смотрим заставку и погнали. Итак, это Lenovo Legion 5 Pro. На самом деле не самая простая модель. Как минимум, потому что вот прям сразу сходу сложно сказать, эта модель больше игровая или это больше ноутбук для работы. Поэтому предлагаю сейчас вместе с вами позагибать пальцы. Я буду просто перечислять его преимущества, и мы с вами вместе решим, для чего он больше подходит. В первую очередь, это, конечно же, дизайн. Еще раз повторюсь, это именно тот внешний вид, с которым придется жить, ну, минимум ближайшие лет 5. И такой вот редкий вариант в белом цвете, как мне кажется, очень даже подходит на эту роль. Согласитесь, что даже сейчас ноутбук в белом исполнении — это довольно большая редкость. Найти его реально очень тяжело. А представьте, через пару-тройку лет, когда этот ноутбук будет просто среди остальной серой массы ноутбуков. И простите за каламбур, но ноутбуки в большинстве своем действительно делают именно в сером исполнении. Я согласен, это крутой, как бы строгий стиль, но вот на фоне серого ноутбука белый — это прям вау. И, кстати, зацените, у него еще здесь есть подсветочка, если мы вот так блок включаем. Во какая красота. Но мы к этому вернемся чуть позже. Возвращаясь к вопросу, для кого этот ноутбук может быть в целом интересен, я, честно говоря, затрудняюсь ответить, потому что, как мне кажется, это такой вот идеально средний вариант между суровым таким вот прям рабочим ноутбуком и чем-то таким вот классным, интересным и игровым. Ну, смотрите сами. Экран здесь 16 на 10. И, скажем так, это не совсем удобно для игр, но при этом частота обновления у него 165 Гц. Поэтому предлагаю добавить 1 балл в пользу игрового и 1 балл в пользу рабочего варианта, так как в более, скажем так, квадратном соотношении сторон, а именно 2560 на 1600 точек по вертикали, влезает больше строк текста, таблиц и прочей полезной информации для работы. Помимо этого, каждый экран для ноутбуков этой линейки прямо с завода соответствует строгой сертификации Pantone, а также тут есть фильтрация синего излучения и отсутствие мерцания. Но что встречается довольно редко, так это, зацените, поддержка G-Sync, что в целом делает этот дисплей все же более игровым, так как этот режим поднимает производительность именно в играх. Если я все правильно понял, то видеокарта здесь может работать в двух режимах в зависимости от потребности. Эта технология называется MUX Switch, и она позволяет либо получить большую производительность, либо наоборот получить больше времени автономной работы в ущерб производительности. Переключение режимов происходит вручную, после этого также придется перезагружать устройство, но зато после переключения ноутбук сможет проработать в неигровом режиме на целых 5 часов больше. Вот такая необычная технология. В комплекте к ноутбуку идет довольно массивный зарядный блок на целых 300 ватт, и в целом это, конечно, круто, что он есть в комплекте, но при этом стоит учитывать, что он довольно большой и тяжелый, и вот как же с этим быть? Зарядка подключается через специальный разъем с обратной стороны, но при этом здесь также есть еще и USB-C разъем, который также поддерживает зарядку от блока в диапазоне от 65 до 100 Вт. Он в разы меньше, и его, в принципе, хватает также для обычной работы. Поэтому тут такой вариант либо-либо, в зависимости от потребности. Если вам не нужна прям максимальная мощность, то можно просто использовать зарядный блок поменьше, но его, правда, нужно будет докупать отдельно. А вообще, если говорить про энергопотребление, то тут все довольно интересно. Ну, во-первых, раз уж мы подключили блок питания на 300 ватт, я предлагаю прогнать этот ноутбук через один из бенчмарков, чтобы посмотреть, на что вообще способен его процессор. Первый тест в Cinebench в режиме мультиядер при полном тестировании в течение 10 минут выдал нам результат аж в целых 9312 пунктов. А это, на секундочку, четвертая строчка в рейтинге, что даже выше, чем у i9-9880H, и это довольно неплохо, согласитесь. Также следующий тест с нагрузкой на одно ядро при средней частоте в 4,5
4,1 ГГц, также в течение 10 минут выдает значение в 1364 пункта, и это уже третья строчка в рейтинге между двумя процессорами Intel i7. При этом до второго места, обратите внимание, не хватило прямо совсем чуть-чуть. В общем, не просто так здесь в комплекте положили такой большой мощный блок питания, ведь именно с ним можно на полную раскрыть потенциал как процессора, так и довольно требовательной видеокарты. Конкретно в этой модели у нас стоит связка Ryzen 5 5000 серии, а также GeForce RTX 3060 для ноутбуков. Кстати, на систему охлаждения здесь также заморочились, она тут заточена на максимально полный теплопакет видеокарты, а в данном случае это целых 130 Вт, а также на максимальную нагрузку на процессор, в данном случае это 65 Вт. Для следующего теста я использовал еще один популярный бенч, это 3D Mark Times Pi тест, и тут у нас уже подключается графика от NVIDIA. Этот тест собирает намного больше информации о системе, и потом это все можно очень досконально анализировать, но главное, это итоговый рейтинг, и он тут у нас получился 7438. И, как мне кажется, для ноутбука это довольно высокий результат. Но опять же, помимо результатов тестов, намного важнее, какие значения у нас выдает железо во время игр. Ну и тут же данные с FPS-монитор во время игры в PUBG. Среднее значение FPS у нас здесь в районе 135, и это на секундочку при разрешении в 2560 на 1600, что я считаю, ну прям очень хорошим результатом. Таким образом, получается, что это один из немногих на самом деле ноутбуков, который реально готов к максимальной нагрузке. Ведь многие попросту не выдерживают, банально перегреваются или того хуже, им банально не хватает мощности. Но в данной конфигурации при подключении блоков 300 Вт с этим проблем быть не должно. И вот все-таки возвращаясь к вопросу, кому больше подойдет этот ноутбук? Для любителей поиграть в современные игры или же для тех, кому нужны большие мощности, например, при работе в каких-то серьезных программах? Пока, насколько я помню, у нас счет идет 2-1 в пользу игрового ноутбука, но есть еще один момент, про который я забыл упомянуть, но при этом для ноутбука он также очень важен. Это клавиатура. На самом деле мало кто играет на стандартной клавиатуре ноутбука, как правило для этого подключают внешнюю, а вот если нам нужно поработать, там понабирать какие-то тексты и так далее, то для этого клавиатура должна быть максимально удобной. И в данном случае это одна из таких, фирменная клавиатура TrueStrike, по сути такая же, как ставится и в бизнес-модели, которые прям рассчитаны на комфортную печать. Но главное отличие заключается в том, что здесь под клавишами находятся отверстия воздухозабора, что позволяет клавишам, во-первых, оставаться холодными, а во-вторых, позволяет захватывать больше воздуха системе охлаждения в целом. Ну и плюс, выглядит эта клавиатура очень премиально, во-первых, благодаря голубой подсветке, ну а во-вторых, потому что в целом белый дизайн корпуса, еще раз повторюсь, это выглядит просто космически. В общем, работать с такой клавиатурой будет одно удовольствие. При этом стоит учитывать, что эта клавиатура еще и полноразмерная, то есть тут умудрились даже воткнуть полноценный нампад. Поэтому я думаю, что с полной уверенностью можно еще один балл прибавить в сторону рабочего ноутбука, и у нас счет получается 2-2. Помимо всего прочего, для тех, кто хочет сэкономить или просто докупить внутреннюю память попозже, можно взять вариант с одним свободным слотом под SSD, а также вариант с памятью 8 плюс 8 гигабайт и в дальнейшем апгрейднуть до 64 без вреда для гарантии. В данном случае у меня как раз модель с памятью на 16 гигабайт. Но раз уже зашел разговор о ценах, да, все зависит в целом от тех комплектующих, которые вы хотите выбрать. Можно взять модель еще пожирнее, можно взять модель попроще. Но в любом случае я бы советовал присмотреться к каталогу CityLink, где можно найти как и этот ноутбук, так и другие товары по приятным ценам. Ссылку я, конечно же, оставлю в описании. Если подвести итог в двух словах, то это, пожалуй, один из самых интересных ноутбуков с точки зрения дизайна на ближайшие 5, 7, а то и 10 лет, это точно. Плюс это еще и, наверное, самый доступный вариант с таким качественным экраном. Да, еще раз повторюсь, нестандартный. Стандартное разрешение, обновление экрана 165 Гц и строгая сертификация Pantone. Такое сейчас встретишь нечасто за такие деньги. Поэтому, если вы хотели найти себе какую-то вот интересную и уникальную модель, которая еще несколько лет будет актуальна по своим характеристикам и внешнему виду, надеюсь, что после этого ролика у вас вопросов остаться не должно. В любом случае, напишите в комментариях, как вы относитесь к вот такому дизайну, нравится ли вам ноутбук в белом исполнении, или вы привыкли к скучному серому и черному.
опять же, все мы разные, всем нравятся разные решения. Кстати говоря, эта модель также есть и в других цветах, но мне просто показалось, что вот именно белый цвет — это то, что должно подкупить многих любителей вот чего-то необычного и интересного. В общем, жду вас на обсуждение в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать обзоры на новую различную интересную технику. Меня зовут Тимур, я, как обычно, прощаюсь с вами, друзья, спасибо за просмотр, до скорого!